Пойдем, пойдем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое киберспорт? Конечно. Какие дисциплины вы наблюдаете и за какими вы следите? Особо так не слежу, но я люблю смотреть файтинги, Лигу Легенд и Доту. Отлично, это наш человек. Насколько я знаю, вы вчера участвовали в турнире по Mortal Kombat 11. Расскажите о ваших впечатлениях и ваши результаты. Ну, я вчера в первый раз прикоснулся к Mortal Kombat за последние 2 года, может даже 3. Так что, естественно, я продул этот. Но сегодня я вот подготовился, шпаргалку сделал. Надеюсь победить. Ну, мы видим, у вас тут небольшие записи. Здесь написано, что делать при, как, что делать при проигрыше. У вас есть такая надпись? Нету такой надписи, потому что проигрывать ты можешь по разным причинам. И в каждой ситуации нужно находить свой подход. В этом и прелесть киберспорта. А то есть списка отмазок нету, да, почему вы проиграли? Что у вас пад заглагал или, возможно, у вас экран плохо работает? Нет. Все зависит от прямоты ваших рук. Ну да, тут как бы и не поспоришь. Спасибо большое вам. Желаем вам удачи на турнире. В принципе, можем спросить у косплееров. Я считаю, ребята разбираются в своем деле. Сейчас мы об этом узнаем. Здравствуйте. Не пугайтесь. Скажите, вы знаете, что такое киберспорт? Нет. Не знаю. А вы пришли поддержать кого-то из своих... А кто у вас участвует, не подскажете? Он мальчик в котелке стоит. А, ага. То есть он участвует на турнире. И как вы оцениваете его шансы? Ну, вчера мы вышли где-то 6, он прошел и проиграл. До полуфинала не дошел. То есть остановился буквально в полушаге от полуфиналов. А какие у вас прогнозы на сегодня? Хотя бы тоже так же, хотя бы в полуфинал, может быть. Ну, навряд ли, потому что сегодня очень много взрослых участников. Я так думаю, что навряд ли, наверное, у нас что-то... Ну да, стабильность – признак мастерства, как говорится. А расскажите, пожалуйста, что на вас надето сейчас? Плащ моего сына. Холодно. Здесь просто... Ну, небольшое разочарование. Мы надеялись, что вы фанат и знаете... Вообще, как бы, да, мы специально приехали с Алматы на Комик-кон. Мы были в Алмаконе в этом году. А как бы вот мой сын, да, он такой фанат аниме, мы поэтому вот приехали специально поучаствовать. Но масштабы мероприятия, конечно, очень классные, организация очень супер вообще. И сам вот фестиваль очень-очень-очень такой впечатляющий. А расскажите, как вам наша киберспортивная зона по организации и вообще в целом? Тоже классно, все организовано абсолютно, как бы так, вот без, ну, без нареканий, можно сказать. Спасибо большое. Мы очень рады, что вы приехали к нам из Алматы. Желаем удачи вашему сыну и только успехов. Еще раз здравствуйте, дорогие зрители, дорогие гости Комик-кон Астана 2019. Передо мной ребята из команды Nomad Warriors. Команда является по Доте, по дисциплине Dota 2, киберспортивная профессиональная организация Nomad Warriors. Ребята, капитан команды Сумару Канат, привет. Расскажи, как тебе Комик-кон и как тебе здесь атмосфера, впечатления? Привет, Айка. Ну, Комик-кон очень нравится, очень атмосферно. Ну, мне, как бы я первый раз на Комик-коне, но мне прям сильно нравится. Вот, так что все классно. Как тебе Комик-кон, Бага? Все отлично, все очень хорошо организовано. Мне все нравится. Ну, отлично, это самое главное. Канат, какие косплеи тебе больше всего здесь понравились? Ну, это, конечно, Дроу Рейнджер. Потом Дизраптор, Железный Человек и Бэтмен. Просто потому, что мой любимый супергерой. То есть ты за DC? Да. Бага, твой? Ну, мне... Любимый герой? Кроме тебя. Не льстите мне. Железный Человек, Дизраптор и, ну, и Бэтмен, да. Вот 3 мне самые понравились. Вы за них болеете, да, на конкурсе косплея? Да. Хорошо. Расскажите, а в качестве кого вы здесь? В качестве гостей, в качестве участников? Ну, мы, нас отправила сюда организация, потому что, ну, как бы, это первый Комик-кон в Центральной Азии, если я не ошибаюсь. И, ну, как бы, организация отправила нас сюда за свой счет, чтобы, ну, мы, как бы, увидели это своими глазами. Плюс здесь есть тематическая зона киберспорта, и чтобы мы вот пришли, как бы, это все увидели, и, ну, вот, кстати, в этих целях. Хорошо. Бага,
Расскажи мне, пожалуйста, отвлечемся от Комикона, какая у вас атмосфера в команде? У вас буткемп, если не ошибаюсь, вы живете все вместе. Расскажи атмосферу, как вы друг к другу относитесь, весело, как у вас все происходит? Ну, так как команду собирал я изначально, я подобрал таких людей, которые очень серьезно отнесутся к работе. И у нас атмосфера в команде положительная всегда, нет негативных моментов. И мы, у нас всегда конструктивные моменты, мы все это разбираем, и у нас все, пока идет все отлично. Все хорошо, самое главное. Сумару, расскажи мне, что ты можешь пожелать будущему киберспортсмену? Будущему киберспортсмену я хотел бы пожелать, посоветовать, скажем так, окончить универ, вот, и в первую очередь, и чтобы договориться с родителями, чтобы они как бы, хотя бы если бы не благословили, не разрешили, хотя бы были бы не против, вот, то есть, и самое главное, конечно, это любить свое дело, отдавать всего себя своему увлечению и подходить, если ты хочешь стать киберспортсменом, ты должен подойти к этому серьезно, быть дисциплинированным. И это как бы почему образование надо закончить, это важно в плане, если ты будешь воспитанный, если ты будешь грамотный, то в команде ты сможешь себя проявить по максимуму. Вот. Найти компромисс с тиммейтами, да. Хорошо. И последний вопрос. Какие у вас планы на будущее, в ближайшее время? Какие турниры забрать? Где вы будете участвовать? Где вас можно увидеть? Планы у нас, пока что мы играем разные отборы на мейджоры, на миноры. То есть вот мы KFC Battle отобрали закрытые квалификации, вот будем их играть. Также в планах через месяц будет отборы на The International. Вот тоже как бы к ним будем готовиться. Вот, ну, в принципе, все, что можно играть, мы, в принципе, играем на данный момент. Ну, команда Nomadvarius является алматинской. Спасибо им, что они приехали. Спасибо Комикону за такую организацию. И пожелаем ребятам удачи, успехов. И показывайте казахстанский флаг абсолютно везде. Спасибо вам.